Он всегда ехал на зрелище, не жалея машины. Сегодня ребята собрались здесь для того, чтобы устроить настоящее зрелище. Память о нем. Это точно, это безопасно? А запах этот жженой резины, вот так пахнет веселье. Мне кажется, на такие мероприятия можно ходить, даже если ты совсем не знаешь правил. Потому что удовольствие все равно получишь. Ну так близко-то. Мать моя женщина. Я не понимаю, зачем я каждый раз отхожу, если что, мне реально ничего не поможет. Поеду с чемпионом. Меня как бы должно это успокаивать, но на самом деле нет. Вот я еще там не сижу, у меня уже ручонки потрясываются. А давайте хватит. Спасибо. Со стороны это не кажется таким страшным, если честно. Зато сюжет красивый получится, точно. До свидания. Да, нормально. Быстро. Когда закрываешь глаза, совсем не страшно. Расскажите немножко про мероприятие, как решили его организовать? Инициатива провести данное мероприятие друзья-товарищи Николая, которые пришли к этой идее в этот день, сегодня провести турнир имени Чудакина Николая. Тот человек во всех смыслах этого слова, если говорить про спорт, про спортивную составляющую, он начинал в ледовых гонках, после пересел в ралли, захотелось ему адреналина больше, он пошел в дрифт. В дрифте вот за моей спиной стоит автомобиль, на котором он, скажем так, прославился, наверное, не только на Дальнем Востоке, но и в России. Супер! В России больше заезда. Город Татарск, Владивосток.